живая сломанная кукла. У этой 9-летней девочки, возможно, и было бы счастливое детство, если бы не врожденный синдром Аперта. Из-за врожденного заболевания малышка родилась с деформированным черепом и сросшимися пальцами. Но врачи дали девочке нормальную жизнь, хотя ради этого пришлось ломать кости девочки и словно пазл складывать их правильно в порядке. За 9 лет ребенок перенес 14 очень тяжелых операций. И также она должна была ежедневно посещать врача. У детей с таким тяжелым недугом наблюдаются многочисленные патологии, деформации челюсти, отсутствие мягкого неба, широко расставленные глаза, сросшие пальцы конечности. Большинство людей с синдромом Аперта являются умственно отсталыми. Это фото девочки до операции. В первый год жизни врачи сделали девочке сложную операцию на черепе. После хирургического вмешательства родители вынуждены были ежедневно показывать дочь врачу. В прошлом году в одной из детских клиник Ливерпуля Кире вновь была сделана операция, в процессе которой хирургам пришлось ломать деформированный череп ребенка и вновь его собирать. Фрагменты черепа были скреплены металлическими пластинами. Родители искренне надеются на то, что их дочь обретет полноценную жизнь.